поднимают руки вверх. А те, которые следующие, по очереди. Да, вы наоборот к ним сюда выходите. Все, вы выходите назад, вы выходите вперед. Вот что у нас должно получиться. Мы вот вверху, да? А те, которые сзади, они проходят вот так. Раз. И вперед. Да? И следующие точно так же. Сможем, нет? Сможем. Я думаю, что сможем. Все внизу. Молодцы. Теперь первые поднимают руки вверх. Не первые. Поднимают руки вверх. А вы выходите вперед также руками. И тоже первые теперь становитесь. Вы следующие. Вы следующие. Вы сюда уже им проходите. Еще. И последний ряд сюда же. Куда мы выходим? Куда? Никуда не проходим. Вперед. А мы это сделали. Фонтанчик. Все, передумала. Еще раз. Уходим назад, да, назад. Следующий. Назад уходим. Я сейчас встану вам в пару. Я встану перед. Опа! А чего назад не так, музыкальные работы. Вот у нас все снова под вас. Бегом, не вижу. Оп. Вот, отходим на пару. И шагаем. И мы заключительные. Оп, почему не уходите? Вон ваш ряд. О, да, отлично. Мы забыли. Очень хорошо. Начнем с этого или закончим? Закончим. Все, тогда по своим местам. И раз, два поменяли. И раз, два. Раз, два, три. Вверх, вверх, вниз, вниз. Ручки в стороны, в левую поворот. И пам-пам, рам-пам-пам. Тара-тайра-та-та-там, тарари-ру-ри-ру-рам, пара-пам-пам-пам-пам-пам. У нас репетиция, мы уже ушли. Да нет, нормально. Можно будет отсветлить потом. А, так, я сейчас чуть-чуть сделаю вид, что это косынка. Девочки, сейчас. Девочки, такое впечатление, что вы на сцене, честное слово, Большого театра. Я смотрю прямо концерт. Давайте я вам красиво. Правой руке, левой стороной, в левой получается вот так. Яростный цветок, соловья запев, свисточек, сок, березовый глоток. Тишины послушать волю.